Уважаемые зрители, дорогие друзья, меня зовут Ренат Беккин. Сегодняшний мой собеседник может быть с полным основанием назван свидетелем эпохи. Руслан Якубович Еминов, ветеран национального движения крымских татар, публицист, общественный деятель. Мы будем говорить сегодня об истории национального движения крымских татар. Я абсолютно уверен в том, что если мы не знаем и, главное, не понимаем, что представляло собой это движение, по-настоящему массовое и народное, наши знания об истории Советского Союза будут неполными. Руслан, ага, когда в Крым пришли немцы, вам было 3 или 4 года. Вы что-то помните из того времени? Общение было, но я не помню, откровенно говоря. В нашем дворе стояли не то румыны, не то немцы, но там три гаража совмещенные, там были лошади. Вот. О лошадях я помню, что их выводили. Ну, мы, мальчишки, играли во дворе. Этот двор, между прочим, сохранился. И даже эти гаражи сохранились. Отец был кандидат в члены партии, депутат, мама певица. И как только лишь началась оккупация, отец запретил маме работать, потому что это было, конечно, очень предусмотрительно. Те артисты, которые в период оккупации работали, они потом в советское время были признаны виновными. Является, что они были в сфере пропаганды, работали в сфере пропаганды. Они были репрессированы. А отец удержал маму, а в то же время он был оставлен на подпольной работе как шофер, как связист, поэтому у нас совершенно другое восприятие было. Но, тем не менее, это не спасло, к сожалению, никого из представителей вашего народа от депортации. И, как я понимаю, депортацию саму вы помните очень хорошо. И вы можете описать, как проходил ваш день вот 18 мая 1944 года? День-то я не помню, а ночь единственное, что когда подняли, мама только вернулась с работы, она была в группе по обслуживанию госпиталей. Концертная группа была создана сразу после прихода Красной Армии. И мама начала работать. И работа проходила допоздна. Полночь она вернулась, и она еще не успела раздеться. Это с ее слов, конечно. Меня разбудили, паника, отец стал показывать, что он, у него броня, что он был оставлен на подпольной работе, но это никого не волновало. Зачитали или сказали, не знаю, что дается 15 минут, ну, растерялись, ничего не взяли. Почему-то мама говорит, был чайник, этот чайник я хорошо помню, он еще долго в Беговате находился. Там была фасоль, она почему-то эту фасоль высыпала и взяла пустой чайник. А отец только успел взять деньги. Так нас вывели. Но мама говорит, что я плакал, хотел взять велосипед, но мне его взять не позволили. Помню только, что ночью, когда поднимали этот, шел дождичек, накрапывал на меня, я не помню, мама плакала или небо плакало, но такое вот впечатление осталось. А это происходило где? Где вы тогда жили? Мы жили в Симферополе, это был трехэтажный дом, по сей день он стоит, этот дом, угол Гоголя и сегодня Крейзера. А тогда был угол, тот же угол Гоголя 52, но Буденного 18. А еще до революции эта улица носила имя Евгения Маркова. Машина подъехала, она уже была заполнена, поэтому мы... Это грузовик был, да? Да, грузовик. Мы уже находились у самого борта. И
Дом этот находится недалеко от вокзала, так что там всего-то ездили 5 минут, и нас привезли на вокзал. Как погружали, этот момент я не помню. Никто же не ожидал. Я был в садике всего один день, но хорошо меня забрали. А вот у Заремы Тросиновой, художницы нашей, ее мать работала в обкомой партии. Она сына сдала в круглосуточный. Так ей не дали возможность взять сына. Разлучили, да, получается? Да, и она всю жизнь его искала. Так и не смогла. Так и не нашла? Так и не нашла. Ужас. А вы, получается, втроем оказались в одном вагоне, да? Вы да, и да. Папа, и мама. Мама, да. А вот такой момент, ведь это понятно, что сначала это все эффект неожиданности, но потом долгий путь. Что для этого требовались ведь не только физические силы, но и душевные. Вот откуда вы, маленький ребенок, могли находить в себе вот эти, вам было 6 лет, да, вот эти силы душевные, чтобы преодолеть вот это, вот эти трудности в дороге? Ну, это совершенно, может, это что-то мистическое или что, не знаю, но я считаю, что у каждого человека есть какое-то предназначение. В 9 месяцев у меня было непроходимо, как говорят, заворот кишок, меня спасли. Теперь во время путешествия вот этого неизвестность, у меня появились поносы, диспепсии. Меня, значит, выставляли, там, представляешь, да, вагон, крытый, там, да, и металлическое окошко, вот меня в это окошко тем местом необходимым выставляли, и я испачкал. Но благодаря тому, что у кого-то там нашлось кофе, мама говорит, вот этим кофе меня спасли. А просто жевать зерна, да? Не знаю, что они делали. Кофе, говорит, посту остановило. Вот так мы доехали. А когда приехали на станцию Хилково, города Беговато, оттуда погрузили на платформы. Как мама говорит, был уголь внизу. Раньше, значит, уголь возили. А встречали нас ребята, узбеки, взрослые, уже с заготовленными камнями. И по пути от Беговато до левого берега Фархадстроя кидали в нас камни. Вот это тоже было. Людей подготовили, что везут предателей, а у всех кто-то был на фронте, это же была мобилизация всеобщая, поэтому они не могли отомстить немцам, а привезли... Как бы предатели, понятно, нации. Да? Да. Ага, понятно. Потом это было, конечно, когда через какое-то время знакомство, что это мусульмане, что отношение изменилось. А вот у вас, и ну, у вас, понятно, еще нет, вы ребенок были, а у ваших родителей как-то изменилось отношение, ну, к советской власти? Как вообще это воспринималось? То есть это какая-то ошибка, как это, товарищ Сталин, это чудовищная ошибка или что? Как вот родители это, может быть, потом они об этом говорили с вами, как они это воспринимали? Ведь вы говорите, что они были активные такие, активисты, да? То есть... Мама комсомолка, отец кандидат в партии, да, депутат. Ну как, они действительно вначале считали, что это ошибка. Но отец, а мама была довольно-таки активная. Она пошла в строительство Фархадстроя вместе с Шевкетом Мамутовым. Мама там спела, а начальником строительства был сортист Акоп Абрамович, армянин. Мама пела армянские песни в то время в Крыму,
не было межнациональной ссоры между народами, кто какой национальности. Был Джик Наваров, работник Семен Григорьевич. Он перевел армянскую песню, песню рыбака из кинофильма «Пепо», композитор Хачатурян, на крымско-татарский язык. И мама пела эту песню «Балахчияр», «Балахчияр», песню рыбака. Потом она еще пару других песен народных. Это понравилось Якову Абрамовичу. Она, мама сказала, что вот перед выселением она работала в концертной бригаде. Она знает, что здесь идет большое строительство. В Беговат попали несколько музыкантов и артистов. Считают, что есть необходимость создать концертную бригаду и ездить по участкам строительства. Это строительство Пархатской ГЭС и деривационного канала и плотины. Это на расстоянии 12 километров одно от другого, строительство малый и большой ГЭС. Поэтому там было много строительных участков и их обслуживание концертной бригады. Авков Абрамович пообещал, сказал, что приходить через 10 дней. За это время он успел съездить в Ташкент, договориться с Усманом Юсуповым, первый секретарь Компартии Украины. Извиняюсь, Узбекистана. Узбекистана, да. Командировали 4 или 5 артистов из филармонии узбекской. И создали концертную группу вроде бы узбекской, крымско-татарские же были запрещены. У мамы тогда сохранялась афиша, где в основном крымские татары, музыканты крымско-татары исполнялись песни, но и узбекские тоже. Потом были на этой основе созданы спектакли, начали ставить. В общем, вот это Арков Абрамович спас наших артистов, нашу культуру, потому что больше они ничем заниматься не могли. В то время как в Беговате была очень высокая смертность, особенно сельские жители, они не столько приспособлены. Городские быстро, кто пошел на фабрику, там завод, цементный комбинат, кто на строительство. Отец, шофер, его сразу взяли на работу в цемкомбинат. Туда же он пристроил своего братишку, моего дяди, хоть ему и было 16 лет шофером. Вот так вот наша семья выжила. Ну, то есть, в принципе, так достаточно... Это произошло уже буквально в первые годы после депортации, да? То есть это 40-е, 50-е там, да? Нет, это произошло в течение 10 дней. Вот у меня трудовая книжка мамы. И 15 июня мама приступила уже к работе. Отец, значит, раньше. Так что работа наша была, наша семья была обеспечена работой. То есть, да, можно сказать, что да, вы практически не пострадали, да, так серьезно. Но что тогда заставило вас прийти в национальное движение? Можете рассказать о тех, что побудило вас стать участником активным? Насколько я понимаю, вы были одним из первых. Вот из ныне здравствующих вы, наверное, старейший участник, может быть, один из старейших, правильно? Ну, откровенно говоря, ничего меня не побудило и никогда, вот сколько было встреч у меня со многими людьми, ни к чему я особо не стремился. Это все в течение жизненных обстоятельств. Мама моя быстро разошлась с отцом. Встретила человека, которого полюбила. Это известный крымский татарский писатель, поэт Эминов Сейтумер. Его книги есть.
И в нашем доме в 1953 году, вот это я хорошо помню, мне уже 14 лет, барак. В нашем бараке было первое собрание коммунистов. Один из активнейших участников национального движения, он и организатор, самый уважаемый человек среди коммунистов, Джипар Акимов. Он был наш непосредственный сосед, жил через стенку. Вот, двор нас разгораживал, забор из камыша, а с его дочкой Эльвирой мы учились в одном классе. Так что... Понятно. Такой сосед, конечно, было бы сложно избежать вовлечения. Потом, когда я начал работать в 1954 году в школе, к нам пришел учителем, если меня приняли на работу в начале августа 1954 года, а 17 сентября на работу поступил Эбасанов Осман Авлаевич или Осман Николаевич. Он активнейший участник национального движения, капитан. Ну, правда, был осужден в 51-м году за то, что пел, они там пели песни запрещенные крымско-татарские. Потом ему вернули его награды. Это он активно участвовал в национальном движении. Он написал об участии крымских татар в Великой Отечественной войне, в партизанских отрядах. Это все его труды. Все это было приобщено к конституционному заявлению. Преподавал он у нас географию, и он активный участник по созданию топонимики Крыма вместе с Институтом языкознания Академии наук СССР. И отделом руководила Суперанская Александра Васильевна. Она подготовила том в 1000 печатных листов и дала его мне, потому что не могла тогда этот том издать. И сказала, это вам пригодится. Мы не можем издать, но возможно, когда-нибудь придет такое время, что... Здесь очень большой труд Османа Аблаевича, он делал всю работу полевую, поэтому вы должны это сохранить. Этот том я передал в библиотеку Гаспринского. Понял. А то есть получается, что... А какой это был год, когда вы вот стали участвовать в движении? Это было 9 марта. А даже дату помните. 1953 года. В этот день хоронили Иосифа Виссарионовича Сталина. И после похорон к нам пришли коммунисты, крымские татары, которые жили в Беговате. Это Алиев, Шевкет. Я их всех знаю, потому что сейчас родственники общались часто. Пришли к нам, потому что Ситумер Именов тоже коммунист, он был одним из редакторов газеты здесь в партизанском отряде, он участник обороны Одессы, Севастополя, Сиска, и был в лесу вместе с Джипарага, который был главным редактором газеты. Акимов. Кызылкрым. Главный редактор газеты Кызылкрым. Понятно. И то есть было это собрание, да, вот в день похорон Сталина. И что там, то есть решили создать какую-то организацию или как вот, или что обсуждали? Ну, это был там два барака, ИТРовские бараки. Для строителей фархостроя, инженерно-технические работники. Остальные бараки. И был двор, ворота, все это. Я не присутствовал. Меня попросили стоять на стреме. То есть я стоял у истоков национального движения.
Первое задание. В полном смысле этого слова. Если кто-то появится из посторонних во дворе, чтобы я мог сообщить. Но никто не появился. Они долго были уже, стемнело в март месяц, но все равно холодно. И что-то я замерз, я вошел. Они говорят, все, мы закончили. Барак, и рядом находился парк. Почему-то, ну, Джипарак сразу ушел к себе, сосед, а те через там невысокий забор, через забор почему-то в парк и ушли через парк, не стали уходить через двор. Угу. На всякий случай. Угу. На всякий случай, хоть все были коммунистами. Угу. Вот это все я помню. То есть, о чем там говорили, вы не знаете, да, но фактически нет. Ведь ведется отчет с 56-го года, да, движения, да, уже тогда вы, наверное, уже активно вовлекались, да, то есть там вот эту подписную кампанию и другие моменты, да, то есть вот после 20-го съезда. После 20-го съезда я работал лаборантом в физическом кабинете, несмотря на то, что я и учился, но... присутствовал на собрании педсовета, где были выдержки, зачитанные из доклада Никиты Сергеевича Хрущева, это апрель 56 года. И после этого собрания Осман Аглаевич, Осман Аглаевич, спустился ко мне в кабинет вниз, и мы сидели допоздна, часов до 11-12, потом он сказал, что необходимо встретиться с Джипараком. И скажи ему, соседу. И после этого я просто являлся посредником, когда телефона не было у них, когда нужно им встречаться. Или Джипарака мне говорил, скажи Оджа, чтобы собрался. Правда, и тот, и другой Оджа. И что они говорили? Нас, молодежь, они первое время не вовлекали. Считали, что молодежь должна учиться. Mm-hmm. Поэтому первое движение было организовано коммунистами. Они сами надеялись, после 20-го съезда будет ослабление. Ну, конечно, основную роль сыграл Селимов Мустафа Геисович, который... Его в 45-м году освободили из-под комендантского надзора. И пользуясь этим, он ездил по республике, другие же не могли ездить, и узнал адреса всех, с кем он был в партизанском движении, с кем он был на партийной работе. И сразу же, после 1956 года, они все связались. Понял. А я так понимаю, что вот в отличие от вот русских, там, других представителей народов, конечно, у крымских татар немножко иное отношение и к 20-му съезду, и к Хрущеву в связи с нереализованными вот этими надеждами. То есть... было немножко другое, да, отношение к 20-му съезду, к Хрущеву как таковому, да, вот в вашей среде? Мы вначале восприняли это с воодушевлением. Была собрана делегация, первая делегация в Москву поехала, это Тихо Мерямин, мой отчим и Чепарага, и Алиф, Шевкет из Беговата поехали, возглавил Мустафага Селимов эту поездку. Присоединились другие, есть вот у меня фотография, я ее поместил. Но да. Было все это безуспешно. Алидинов, наш писатель, Юсуф Булат, писатель. Вот здесь коммунист, вот они... Первые шаги сделали они. Но в связи с тем, что Шамиль Алядин работал в ЦК,
находясь на работе, будучи писателем, он имел хорошие связи с Мухитдиновым. Нуриддин Мухитдинов – это первый секретарь Коммунистической партии Узбекистана. И в одной из бесед, после того, как провалилась их поездка коммунистов, Мухитдинов сказал в приватной беседе, правда или нет, что Хрущев заявил: «Не видать им Крыма, как своих ушей». Вот это вот, конечно, сбило накал. И, энтузиазм, да. И второе возрождение национального движения началось после того, как был в октябре убрали Хрущева, и уже в июне 65 года большая делегация поехала в Москву. И с июня 65 года начали издавать информации. Первая информация, значит, 1 июня по 15, каждые 15 дней была, издавалась информация. Это было действительно национальное движение, потому что каждому делегату давали деньги на поездку, как командировочные, по 250 рублей. Тогда это довольно-таки большая сумма. Это и на билет в самолет, и на проживание. И часть денег откладывали в Москве на расходы по распространению информации, печатанию и так далее. И представляешь, весь период было где-то, я почитал, 8 тысяч представителей побывали в Москве. Вот 8 тысяч умножить на 250 рублей. Эту сумму внес наш народ. Да, поэтому это было и чисто национальное движение. Поэтому экономическая составляющая движения любой организации — это немаловажный фактор. В обывательском таком сознании принято, ну вот если среднестатистический россиянин, который интересуется или хотя бы что-то знает о крымско-татарском движении, он, национальном движении, он, как правило, назовет там одно имя, там Мустафы Джемилева, и назовет, соответственно, Меджлис. Но на самом деле, конечно, если глубже смотреть, то очень были сильные противоречия между разными группами. И вот, насколько я понимаю, вот, может, вы меня потом поправите, была группа одна, это просоветская, то есть которых можно назвать лоялистами. Сюда входили вот уже упоминавшиеся вами Мустафа Селимов, Бекир Османов и другие. Также представители более молодого поколения, это Юрий Османов. И они выступали, одним из таких ярких признаков, характерных особенностей этого движения, этой группы, было то, что они категорически выступали против любых контактов с представителями правозащитного движения в СССР, вот теми студентами. И вторая группа, она как раз включала тех, кто сотрудничал с диссидентами. Это были вот Айша Сейдмуратова, Зампира Асанова, Мустафа Джемилев, Ришат Джемилев и другие. И вот третья группа, насколько я понимаю, к ней принадлежали вы, Гадженов и другие. То есть это такая была, вот, что называется, умеренная группа, которая и поддерживала контакты с диссидентским движением, но вместе с тем выступала, скажем так, с таких советских позиций, поддерживала основы советского строя. Вот верная эта классификация, или я что-то перепутал? Это совершенно абсолютно не соответствует действительности, абсолютно. То есть оно было монолитным, да, я перебью, то есть вот, до 69-го года оно было монолитным и стояло на таких вот, на позиции там советской, да, там возвращение к ленинским принципам национальной политики и так далее. Да, потому что другого-то пути не было. Дело в том, что после 68 года, после судебных процессов, у молодежи появилось мнение, что есть возможность надавить на советское правительство со стороны. Вот если за границей узнает о существовании проблемы крымско-татар, то советское правительство будет вынуждено этот вопрос решить, хотя ни одно государство в мире никогда не исполняет
заказы за пределами государства. Об этом хорошо знало наше старшее поколение. Но ведь в национальном движении не было строгой иерархии, не было билетов. Люди ходили, потом кто разочаровывался, потом после судебных процессов отходили. Никто никого не мог не обвинить и не заставить поезжать туда или сделать то. Горизонтальная система, да, там. Да. Вот это была организованность без организации. Вот это главное. Сетевая структура, да, такая, да. Никакой организации фактически не было. А была организованность. И на республиканских совещаниях каждый брал на себя обязательства, сколько человек он может послать в Москву. Вот считая 65 года по 69 в Москве было постоянное представительство. Наибольшее количество было в 67 году, где-то человек 500. После этого был издан указ от 5 сентября 67 года. И очень большое количество, до 800 человек, смогли набрать в 68 году, к маю месяце. Но это вторая попытка надавить на правительство, провалилась. Там и я оказался, и Ролан Кадыев, Земфира, которая, не знаю, да, Асанова. Вот она связывалась с диссидентами. Она успевала побывать и на совещаниях республиканских. Она в течение месяца раз 10-20, наверное, летала в Узбекистан, в Москву. Но ты сам понимаешь, что информация всегда имела цену. Информация. Чтобы получить информацию, рисковали жизнью. Чтобы скрыть информацию, жизнь отдавали. Кроме того, в Москве работали иностранные корреспонденты. Для них получение информации – это тоже средства. И те, кто поставляли информацию, они получали за это деньги. Так что первым, кто понял это и коммерциализовал национальное движение, это был Мустафа Джемилев. Находясь в Москве, после того, как он отсидел первый срок, от того, что у него было 12 хвостов, ну, не любил он технический вуз, поступил в КИМСХА, с математикой не лады, с техническим не смог сдать, его призвали в армию. Отчислили, призвали в армию. Он ездил, пытался как-то восстановиться, сроки прошли. Ну, поэтому его призвали, как отказ от службы в армии. Да, он заявил, что он не будет служить в советской армии. Его лишили родины, он не будет служить в советской армии. После того, как он вышел в 68 году, вот этот подъем движения, в Москве собирались средства, ему удалось каким-то образом получать деньги из кассы, и он брал информации наши конфронтационные и снабжал ими корреспондентов, за что получал денежки. Так что у него всегда, когда его в каком-то детстве, не помню, году арестовали, у него в кармане было 5000 рублей. Это записано при обыске в милиции, карманные деньги, 5000 рублей тогда. Это стоил москвич. Такой момент. Вот вы говорите, что
Джамиле, Фасанова, они взаимодействовали и контактировали активно с участниками правозащитного движения, диссидентами. Но вы ведь тоже, да, в ваших мемуарах есть много страниц о том, как вы встречались и с Петром Якиром, и с другими деятелями. Почему вы это делали? То есть это как? Это вам движение поручало? Или все-таки у вас была вот ваша группа, там, каких-то ваших единомышленников, была своя точка зрения на этот вопрос о контактах с диссидентами? Я уже говорил, что никто никому не мог такое задание дать. Единственное, что когда мы написали эту информацию, траур-информацию, где впервые употребили геноцид в отношении крымско-татар, хотя я опять же был против этого слова, все это писал. Я случайно попал после того, как наших ребят 17 мая, 18 мая депортировали, кто-то из оставшихся сказал, что их хозяин очень гостеприимный, что они уходят, и вот освобождается место, можешь поселиться на автозаводской. Я пришел в эту квартиру и увидел портрет Якира. Тогда мы жили Юлий Ким, автор Барт, да. Вот. И Якир, его жена, сейчас я не помню, как ее звать. Ирина Якир, да. Как, вот, нет, как у вас? Ирина — это жена этого Кима, Юлия Кима. А, да, это дочь, да. дочь Петра Якира. Да. А жена самого, я не помню. А как вот впечатление от, вот это был, я так понимаю, первый, да, диссидент, с которым вы познакомились, какое у вас было впечатление от Петра Якира, то есть вот как они восприняли, как вот с хлебом, солью? Да, они восприняли хорошо, тем более уже до меня там были крымско-татары. И на эту квартиру приходил Ролан, приходил Земпир, на этой квартире Язычев Исмаилова. И там писалась эта информация, там стояла машинка. И по всей вероятности, все, что там мы болтали, все это прослушивалось, потому что технические средства в 68 году уже были достаточны для этого. И как вот вы беседовали, да, с тем же Якиром, как вот они воспринимали вот проблему крымских татар, то есть как часть правозащитного движения или как-то особенно, то есть вот были у вас беседы с самим Якиром там или с другими правозащитниками на эту тему? Были беседы, я встречался тогда и Шустер, и с другими, но они же, не было такого движения, это сейчас, как кажется, все это движение. Это было раздрозненные люди, часть из них ставили вопросы выезда, отказники, необходимость, значит, выезда из СССР в Израиль, это целая группа была. Была группа, которая ставила вопросы религиозного характера, совершенно другие. И была группа восстановления ленинских принципов в партийной жизни. К этой группе как раз таки примыкал Якир. Он ставил вопросы, в основном был близок к тем, кто ставил вопросы о возвращении к ленинским нормам. То есть он был близок, по сути, по своим взглядам, движению? Да, он коммунистический взгляд. Таких же взглядов придерживался Сергей Петрович Писарев и Костерин, Алексей Егорович Костерин, его дочь Елена. Ну, они, когда... Вот, да. Когда вот Якир стал давать показания вместе с Красиным, вы, кстати, с Красиным были знакомы, не были знакомы с Виктором Красиным? Был, но это...
случайной встрече. Да, Мельком. Там же много собиралось. Вот, на это, не будешь же у каждого спрашивать, кто ты, как фамилия, что в порядке беседы узнаешь, кого как звали, что... Я даже не помню, кто мне тогда дал том Большой советской энциклопедии, еще до военного выпуска, там хорошая статья в отношении Крыма, крымских татар. Ага. Но это все осталось в Яхире. Вот этот период, месяц там... Атмосфера была такая, как на квартире, такая богемная, да, то есть там и пели песни, или как вот там Ким тот же, там какие-то там посиделки, то есть как это все проходило, вы вот участвовали, да, тоже в этом, просто интересно, такая бытовая составляющая. Нет, у Якира не собирались, кроме вот татар, собирались в других местах. А Ким меня пригласил, он давал концерт в каком-то институте информатики, кажется, да. Там я присутствовал. А так на этих посиделках нет никаких песен, ничего. Спорили шумно. Возвращаясь к встречам, вы встречались, по-моему, дважды с Александром Трифоновичем Твардовским. А в связи с чем, почему состоялись эти встречи, то есть какой повод для них был? Яхир работал в Институте истории. И он меня как-то привел к... Тогда я еще встречался... Я встречался с заместителем ректора института. И в то же время был профессор, геолог Федоров Давыдов. Угу. К нему он вроде как бы монеты, курганы, идолы, его книжка. Он работал по Востоку, Крыму, поэтому был в курсе исторических событий. К нему обратился журнал Александр Трифонов написать рецензии «Новый мир», да, на книгу Надинского. Правда, Надинский только два тома было. По Крыму. Да. Ну и Георгий Борисович спросил у Якира, там у тебя там татары, говорят, останавливаются. Это есть кто-нибудь, кто немножко историей увлекается? И он меня привел до Давыдова. Вот это помню. Квартира вся заставлена старыми книгами, что у меня аж отвисли школы. Я запомнил его фразу, что это хлеще, чем Майн Кампф Гитлера. А та книга, которую рецензировал, да? Да, творение Надинского. Что ему поручили сделать рецензию объемом 10 листов, что ли, далее. Он это все написал, но так это в печать не вышло. Тем не менее, вот вместе с ним я не один был, а вместе с Борисовичем. Приходили в редакцию, да? Да, в редакцию. Ну, тогда Твардовский, я как сейчас, тогда более был горячий, начал болтать, это он меня остановил, сказал: ну, сейчас, извини, времени в обрез. Вот, я приглашаю Переделкина, обязательно приезжай, вот там мы поговорим. Но мне это не удалось. 6 июня меня из Москвы депортировали. То есть больше вы с Твардовским не встречались, да? Нет. А какое впечатление он произвел вообще такой, как бы он открытый человек, да, то есть такой...
такое впечатление, как о человеке там за это вот короткое общение? Нет, мне показалось, что он осторожный был. Потому что не дал мне распространяться разговор. На тему крымских татар, понятно, да. Ну, он сочувствует. Тем более, что и статья эта не пошла в печать, то, что чем работал Георгий Борисович, так что не было такого. Ощущение понятно. Такое, что он был зажат. Ну да, может, то, что прослушивание, да, то есть в другом месте. Но вы в Переделкино бывали, но были на других мероприятиях, на вечере памяти Пастернака, да, насколько я понимаю, да, то есть... Да, меня опять Якир туда потащил, поехали мы туда, там выступали в рясах, это вначале какой-то, сейчас не помню его фамилию, Ильинцев. Он стихи прочел, но они, эти врясы, возмутились, сказали, что он был тихий человек, нельзя здесь устраивать митинги на его могиле. К моему стыду, я тогда Пастернака не читал, не знал, но решил выступить. Сказал, что он был настолько тихий, что стал известен на весь мир. Что значит был тихий? Вы что, хотите повторить 37-й год? Оказывается, там, кроме тех, что в рясах, были еще слушатели, которые меня потащили на дачу. Там, вот там была и выпивка, там все было. Никого из них я сейчас не запомнил. Они все сочувствовали крымским татарам, но, тем не менее, их беседы были довольно-таки шовинистические, по моему восприятию. Вот это, шовинизм связывался с сочувствием к крымским татарам. То есть это как? Получается, что... То есть это вот представители, ну, диссидентских кругов, да, а в чем проявлялся шовинизм? То есть они поддерживали крымских татар, но... Да. Но, тем не менее, русский человек обижен... что вот эта национальная политика им не нравилась, предоставление государственности татарам, другим малым народам, все должно быть восстановление империи и так далее. Понятно, то есть это такие, да, скажем так, такие имперские, да, круги. Вы, вот действительно, я слушаю, вот вы общались с разными людьми, представителями разных точек зрения, то есть, например, вот вы упоминали уже и Писарева, и Костерина, и вместе с тем вы общались с Григоренко, с Сахаровым, то есть люди, которые, ну, скажем так, стояли на, исповедовали разные позиции, разные точки зрения, излагали, вот как вам удавалось поддерживать отношения с такими разными людьми, там, с Сахаровым, там, и с Писаревым, который был, как я понимаю, коммунистом таким активным. Когда в 79 году месяц я был в Москве на повышении квалификации в МИСИ. И тогда, имея свободное время, вот я ходил на посиделки в Ярославской и часто бывал у Писарева. В один из дней пришел Алексей Смирнов, это внук Алексея Евграфовича Костерина, и принес письмо от Григоренко. И Сергей Петрович взял это письмо, у него руки дрожат, и начал плакать. Они были друзья. Поэтому... Но все они были коммунистами. А что за письмо? Нет. Что то есть в письме там, это как бы из-за границы, да, письмо, которое... Да, из-за границы. Тогда он уже был в Штатах, ему был запрет возвращаться. Поэтому... Тем не менее, да, они были друзья. Но когда я разговаривал с Сахаровым, он стоял на позициях коммунистических, никто из них не думал, не мечтал о
реставрации капитализма. Никто. Ну, да. Свержение строя, да. Но Сахаров, вот у вас было с ним несколько встреч. Какую у вас, вы помните свою первую с ним встречу, знакомство, это где состоялось? Нет, первая встреча в Москве, но единственное, что мы к нему как-то обращались, он не выступал. Был, не помню, чтобы что-то такое от него можно было услышать. С ним больше общался тогда Ролан Кадыев. А в 79-м году здесь уже я 3 дня его возил. Он был у меня дома. Супруга приготовила кубете. Он моего младшего сына держал на руках. Вот у меня в квартире собрали. В Ташкенте у меня была хорошая квартира относительно. Большой зал. Там собралось человек 50, наверное, концерта в связи с приездом Сахарова. Но он стоял на позициях коммунистических и не высказывал ничего. Единственное, когда я сказал, что вот вы обращаетесь на Запад, он говорит, хотите, я говорю, хотите исправить положение в Союзе, а обращаетесь на Запад. Он говорит, ну так получается. Как-то он так вот... Ну, он больше... не любил спорить, наверное, да, так особо. То есть больше он больше начал говорить о том, что физика вся перешла в сторону изучения лазерного оружия и так далее. Все идет на армию. И очень много говорил о жене. Все повторял. Восхищался своей супругой, ее стойкостью, мужеством, что ее засыпало в окоп, удалось откопать, вот так вот ее характером. Вот это он много говорил. Ну а чем был связан его вот такой вот его симпатия и поддержка крымских татар? Он приезжал на судебные процессы. Почему вот именно вот Сахаров так вот активно поддерживал крымских татар? Ну, это единственное такое было мощное движение по сравнению с диссидентским движением. Комсомольское движение было более организованное, массовое. И поэтому диссиденты этим пользовались. Они пользовались нашими информациями, брали эти информации в хронике текущих событий, издавали. Поэтому... Это их хлеб был, можно сказать. Слушай, они же не зажили. У них экономически... Мы не считаем, что там не было экономической. Там только лишь было... Но там экономическая сторона была. Ну, Сахаров ведь он был человек не нуждающийся, скажем так. Он все-таки академик и так далее. То есть тут... Его использовали. Кто? Его использовали. Ну, диссиденты, и в основном и супруга у него. Она, да, действительно была ярой сторонницей антисоветизма, можно даже сказать, у нее. Если у Сахарова никогда не, я не слышал, чтобы что-то такое против коммунистической идеологии, а она была уже настроена против идеологии, даже против идеологии. Понятно. И он, я так понимаю, был дружен именно вот с Мустафой Джемилевым, да, вот и как бы у них вот сложилась такая, скажем так, вот это тоже личный контакт, да, вот он определил тоже, да, его вот отношение к движению у Сахарова. Личный контакт у них появились только после 1987 года, когда Мустафа освободился. До этого они никогда не встречались. А, только просто он поддерживал его благодаря... Да. Ришату Джемилеву, да, который... Только Ришат. Ришат Джемилев свою жизнь посвятил вот этому движению, возвеличиванию Мустафы, делал из Мустафы лидера и так далее. Это все заслуга Ришата Джемилева. Но Ришат был слишком честный, активный. И когда в 87 году вот было выступление на площади, когда получили очень большие бабки, это уже не бабки, а доллары,
Вы имеете в виду демонстрация крымских татар на Красной площади летом 87-го года? Да. А в смысле получили? Кто получил? А вы участвовали, да, тоже в этой демонстрации, нет? Нет, нет. Принципиально или так сложилось? Конечно, принципиально. Когда вышли на эту демонстрацию, у меня все оборвалось. Я понял, что вопрос будет похоронен. Потому что, ну, ты представляешь, ну, ты уже не молодой человек, знаешь, было движение на площади Таксы, было на Тяньаньмэне, в Китае, были вот выступления. То есть вы опасались, что будет подавлено, да, все это? Конечно, конечно. Но ведь этого ни одно государство, ни одно государство в мире никогда не пойдет на уступки толпы. Янукович не смог толпу остановить, что получилось? Его свергли. Да, ведь на Красной площади, слава богу, ничего не случилось. Все прошло мирно, тихо. Потом люди собирались, правда, их потом стали отправлять домой, да, но как бы не было подавления, не было кровавых событий, как в Китае. Да, но их не тронули, зато расстреляли народ весь с изданием сообщения ТАСС. Это же гораздо... То есть идеологически расстреляли, да, я. Это гораздо страшнее. Сказали, то есть вы считаете, что бараны, если бы не было бы демонстрации, то не было бы сообщения? Не было бы сообщения. Было бы решение. Уже все было готово к решению. И первый раз за весь период национального движения был прием на высшем уровне. Принял секретарь ЦК Разумовский. После этого не было. И до этого не было. Этот человек возглавлял орходел ЦК, который занимается... все партийные работы, и в его ведении находился как раз и вопрос крымских татар. И то после есть... того, как приняли секретарь ЦК, после этого они эти говорят, мы добились приема этим Громыко. Громыко был в советской системе начальником канцелярии, только лишь в печати стоял на решение, которое издавала партия. Он представитель Верховного Совета. Не он решал. И то есть кроме... вы участвовали в встрече с Разумовским, но не участвовали на демонстрации? Конечно, да. Ну, на встрече с Разумовским вам просто дали какие-то обещания, да, и потом вот уже часть людей, приехавших в Москву, они участвовали, то есть события так развивались, да, они организовали эту демонстрацию, да? Да, да, да. И потом нас, получили... нас выслушали, там были все из ЦК, единственное, кто там был, Демичев, но он как хозяин квартира, которая предоставила место встречи, приемной Верховного Совета. А так там Могильничев, да? Но с Горбачевым встречи у вас не было, и никто и не планировал ее, да? Нет, не планировал, потому что сразу было нам сказано, что мы вас принимаем по поручению Михаила Сергеевича Горбачева, он сейчас находится, там проходит небольшой пленум, но все, считайте, что вас принимают на высшем уровне. Более высокого уровня уже быть не может. Понятно. То есть, а вот это для зрителей, а вот эта, значит, информация ТАСС, она содержала фактически, скажем так, те же обвинения, которые там... Еще хуже, да. Советский... Это расстрел был. Обвинение крымских татар, то есть обвинение крымских татар в предательстве и, соответственно, призывало к тому, чтобы не решать положительно вопрос, да? Да. А было обещано вам на встрече, что-то было обещано, что будет решен вопрос о возвращении или воссоздании Крымской республики. Я, насколько понимаю, Тимур Дагджи, да, предложил разделить эти два вопроса в 60-е годы. И якобы, вот согласно мемуарам его, этот вопрос о том, что если вы не будете ставить вопрос о возрождении республики, а просто о возвращении, то он как бы был положительно решен. Но Бекир Османов, один из старейшин движения, как бы этот вопрос блокировал. Так вот это все было? Или вопрос не был никогда? Еще до этого решен. То есть это... Ну, я считаю, что
возвращение крымских татар в Крым по советским законам влекло в обязательном порядке восстановление Крымской АССР. Юридически это восстановление статус-кво в составе Российской Федерации. Украина не хотела возврата Крыма в состав Российской Федерации, рогами упиралась. Поэтому вот были судебные процессы здесь организованы. Сейчас вот здесь молодой человек Александр Неменко раскопал все эти документы, что все это сфальсифицировано. Ну, партийное руководство Украины тоже, да, так называется, лоббировало, да, этот вопрос, чтобы не возвращаться, да, то есть это была одна из основных причин, это именно позиция, как я читал, позиция украинского руководства Компартии Украины, да, вот в советское время, не решать этот вопрос. Многие до сих пор не могут понять принципы руководства СССР, вообще самой системы советской. ЦК КПСС все решал, да. Дело в том, что когда Ленин создавал государство, это было нормальным государством. Вот, они собирались в ЦК, только лишь обсуждали, но потом каждый занимался своим делом. Председатель Совета Министров был председателем Совета Министров. И да. А если Алексей Николаевич Косыгин был председателем Совета Министров, а Комитет Госбезопасности входил в состав при Совете Министров, МВД при Совете Министров, тем не менее Юрий Владимирович Андропов не подчинялся Косыгину, Алексею Николаевичу Косыгину, потому что он подчинялся непосредственно административному отделу ЦК. Косыгин подчинялся промышленному отделу ЦК. Все было в руках ЦК. Слово «секретарь ЦК» было в высшей иерархии в руководстве. Вот сейчас изданы, ну давно уже вышли в свет рассекреченные документы национального движения. И там видно, министр МВД СССР не может приказать Министерству Украины, не может обратиться к Министерству области Крыма, чтобы они исполняли законы. Не было вот этой вертикали по министерству. Понял. Обращается к Щербицкому, потому что КГБ Украины подчинялось только лишь секретарю Украины. ЦК, да. Комитет госбезопасности не имел влияния на Комитет госбезопасности Украины. Это никому так вот говоришь и не верит. Как это так? КГБ не мог дать команду КГБ Украины. Тем не менее, есть Бобкова мемуары, и там ясно пишет, что КГБ Украины выслала крымских татар за пределы Крыма, они возвращали. Тем не менее, и потом... А это, кстати, правда? Вы с Бобковым не встречались, нет? Нет, мы встречались... Он назвался Николаевым, я не знаю, как действительно его фамилия Николаев, но... Я посмотрел, среди заместителей Андропова такой фамилии почему-то нет. А с Андроповым тогда в 67-м году на встрече вы не были, да? Вот нет, я не был. А вот это вот среди крымских татар есть такая вот, ну не знаю, не миф, как его назвать, что Андропов якобы был, ну не то чтобы сторонником решения вопроса, но поддерживал вопрос о возвращении крымских татар. То есть это правда или нет, или это просто такая вот легенда уже? Национальное движение крымских татар, это являлось, само положение крымских татар не входило в рамки Конституции. Оно было, вот зато являлось отличным рычагом создания внутри СССР
на национальной почве разногласий. Этим пользовались, конечно, иностранные радиоголоса. То, что говорили по радио, оно же те документы, которые было национального движения, диссидентского движения, оно было только лишь направлено на разложение внутри СССР. И никто из-за границы не хотел укрепления советского строя, хотели только лишь разрушения. А возвращение крымско-татарского – это укрепление советского строя. Поэтому Комитет госбезопасности был заинтересован в укреплении советского. Они стояли на страже интересов. То есть здоровый такой цинизм, да. Прагматизм, как это назвать, да, понял, да. Угу. Конечно, зачем им нужно было давать этот рычаг в руки иностранных государств, что народ не имеет права жить у себя на родине. Что это такое? Это уму непостижимо, тем не менее, причем на законодательном уровне. Поэтому, естественно, Андропов был за то, чтобы эти законы были отменены и была восстановлена конституционная справедливость. Я так понимаю, что ведь многие претерпевали эволюцию, да, вот вы упоминали неоднократно Ролана Кадыева, а вот что с ним случилось? То есть он просто разочаровался, и как вот такая одна из ярких фигур движения, или его сломали, или что с ним случилось? Вы, по-моему, да, упоминаете о том, что... или Решат как раз Джемирев, что ему как раз, когда его пытались сломать в тюрьме, ему показывали статьи Ролана Кадыева, в которых он как бы признавал свои ошибки. Вот что с ним случилось с Кадыевым? Ролан, хоть он старше меня, но так случилось, жизненный путь много чего дает в процессе становления политического. Я политически был, я считаю, что был более подготовлен, нежели Ролан. Ролан был очень горячий, и вот в 68 году он был на стороне диссидентов, ну там еще много играло Динквира. Но в процессе он тогда впервые включился в национальное движение в 68 году. Но в процессе уже, когда стал общаться с Чепаратимовичем, с Басановым, работая над конституционным заявлением, уже совершенно другой кругозор, другое понятие. И теперь изучение международного опыта. Он понял, что ни одно государство не воспримет давление. Только лишь диалог и доказательство, что необходимость решения этого вопроса в интересах самого государства. Это будет действовать на укрепление государства. Потом же ты спрашивал, были ли предатели? Ну, эта тема, я так понимаю, часто поднимается, да, кто там был агентом, кто предателем, да, вот, и упоминавшихся, и вот Кадыева, да, вот обвиняют, и до всех практически, наверное, ни один из видных участников движения, да, за исключением, может быть, там вас, там Решата Джемилева, не избежал там, ну, и вот ветеранов уже, конечно, там, не избежал этих обвинений, да, в том, что он так или иначе там либо был сотрудничал, либо был сломлен там КГБ. Вот что с ним? То есть его сломали, получается, тоже? Дело в том, что Комитет госбезопасности – это структура советского государства. Угу. Вот. И оно стоит на страже. Интересно. Оно должно пресекать террористические акты, шпион. Потом экономический подрыв интересов государства. Это крупные хищения, валютные махинации и так далее. Крымско-татарское национальное движение не было угрозой основам советского строя. Поэтому Комитет госбезопасности, мы для него не являлись организацией, которая могла каким-то образом уничтожить советский государственный общественный строй.
И если кто-то из тех, кто говорит, что я участник национального движения, я не имел контакта с Комитетом госбезопасности, он или врет, или не был участником национального движения. А вот, хорошо, я ловлю вас на слове. А в чем состояли ваши контакты? То есть, в чем они заключались? То есть, я читал, что вы там, у вас был очень интересный опыт, когда чуть ли не помогал там один КГБшник вам в Узбекистане, какие-то даже информацию какую-то предоставлял. Ну, я встречался с четырьмя генералами Комитета госбезопасности. Нордманом там. В связи с чем? На профилактической беседе или на приеме? Нет, беседы. Но вас пытались наверняка тоже завербовать? Нет. А что вербовать? Они могли вербовать только лишь в том случае, если, значит, я должен был какие-то эти сообщать антисоветские взгляды кого-то, кто представляет какую-то угрозу существования. То есть не было смысла иметь это дело? Нет, мы работали в открытую. Мы ставили вопросы о возвращении. А нет, это прекрасно. Были же все равно же ведь агенты внутри движения были, ведь это же невозможно, да? То есть они же были все равно. Ну в чем? Что они могли сказать? А, то есть в этом не было необходимости? Просто вы конечно. Считаете... Конечно. Что этот агент мог сказать, что Руслан Эминов ездит по всей республике и собирает... собрание и так далее, это все это прекрасно. Ну, я сужу, я вот недавно просто, вот у меня свежее впечатление, вот по книге Решата Джемилева, ну, вот у меня как раз сложилось впечатление, что как раз достаточно много было агентов движения, поэтому я... Там, да, я понял. И в итоге вас арестовали, у вас один раз, да, у вас в 68-м году, да, было вот дело, да? И я так понимаю, что вы там единственный из участников процесса, кому, так сказать, меру пресечения не избрали в виде ареста. Да, а с чем это было связано и что это было за дело, можете подробнее рассказать. Собственно, ну, я что-то... говорил про 68-й год, когда написали информацию, и Земфира настаивала включить геноцид, потому что об этом сказал Григоренко. Я тогда сказал, что эта информация явится обязательно одним из поводов для репрессий. Судебного преследования. Так оно и вышло. Там стояла моя подпись. Я был один из участников. Кроме того, я сделал записи по рассказам, когда... кое-кто возвратился в 68-м году, были же, была депортация, потом некоторые вернулись и стали рассказывать, как их милиция бросала в машины, как их отправляли. И я это записывал и внес в информацию. А потом, когда этих людей вызвали, они все отказались от своих показаний. Получилось, что я клевещу на милиция так и не поступала. Явная клевета. Геноцид тоже клевета. Ну, это и определило, значит, необходимость судебного процесса. Но когда к нам пришел Боболев, он был назначен руководителем группы. Вот есть книга «Ташкентский процесс». У тебя нет, ты не видел его? На минутку отключу. Да. В электронном виде ее читал, да. Амстердам, по-моему, издание, да? Да. Он был вначале назначен руководителем группы, майор.
был с обыском. Но при обыске ничего у меня обнаружено не было. Вот так был проведен обыск, что мне удалось то, что у меня было, выбросить. А то, что было спрятано в туалете, Эльмира спросила, у нас что есть? Я говорю, там в туалете за трубой есть Юрия Османова, Крым, арена великодержавного шовинизма, украинского национализма. Явно могли за это статьи привлечь. Она это, это сам издат был, да? Да, на машинке напечатано. Она зашла, и почему-то ей показалось, что нужно разорвать и бросить в туалет. Она порвала, бросила, воду смывает, все это поднимается. Мне пришлось это все комкать и заталкивать в унитаз. В общем, она уничтожила то, что у меня было, выбросила за дверь. И главное, что на него подействовала. Значит, я один только работаю. Мама только с братишкой приехали ко мне. Это наследование, да, то, что подействовало, да? Угу. Вот. Значит, мама, братишка, дочка-то тогда еще у меня была жива, сын Рустем, жена только вот недавно родила, приехала с маленьким ребенком. Я один кормилец. Он эту всю обстановку увидел, что единственный кормилец в семье. Потом, когда меня привезли в комитет, и первый допрос... Это в Ташкенте все происходило. В Ташкенте, да. И я ему говорю, ну вот в комитете же были Ягоды, Ежов, Бери, все это оказались в конечном счете врагами народа, неправы. Но мы же правы. Мы же требуем только лишь восстановления ленинских норм, мы требуем восстановления конституционных норм. Это. И он мне говорит, я в комитете с тех пор, как вы родились, я себя ничем не запятнал. Я говорю, ну сейчас-то. А когда он уходил, жена у меня спрашивает, не у меня, у него. Что ему грозит? Он ей сказал, я сделаю все, чтобы его отпустили. Не мне, а пообещал жене. И вот пока я находился там целый день, он ходил, значит, к руководству и добился, чтобы меня, как единственного кормильца, освободили. Но сам он от ведения дела отказался. Ну, согласно возрасту, остался на болезнь, это все, хотя он был назначен руководителем. И что интересно, уже через 20 лет, это, проходя через кладбище, там в Ташкенте кладбище коммунистов, я наткнулся на его могилу. Так что я его в жизни видел только лишь один день, и второй раз уже на его могиле. Больше мы с ним встречались. Ну, видите, в системе, да, встречались люди, которые, скажем так, проявляли гуманизм. И вот вы уже упоминали, вернее, я упоминал вот из ваших воспоминаний человека, который там в КГБ, да, тоже узбек, да, насколько я помню, давал вам какие-то сведения. Да, возможность встретиться с Резой Умеровым. Потому что он очень беспокоился за приемного сына, как там, и отразится ли его арест на учебе сына, не будет ли. Да, нам наша уже беседа близится к концу, а вот вы упомянули Юрия Османова. А что вы можете о нем сказать? Вы хорошо с ним были знакомы, вот какое место он занимает вот в истории движения? Он все-таки тоже как бы представлял какой-то определенный такой полюс, да, особенно это касается конца 80-х, начала 90-х. Вот после 69-го года, после указа 67-го года, в 68-м году многие... инициативники, те, кто на ком держалось это движение, решили показать пример и выехали в Крым. Поэтому движение было сильно
подорвано. Не было активистов. Кроме того, судебные процессы сыграли свою роль. И подорвалась экономическая база движения. Мы уже не могли ездить по всей республике, собираться где-то. Поэтому движение продолжалось только лишь по местам. Самарканд свое письмо мог написать, Фергана свое письмо, Ташкент свое письмо к какому-нибудь событию. Ну, больше всего, конечно, если посмотришь, это наиболее активно работала наша группа, потому что экономически у нас интеллигенция все же поддерживалась. Вы в Ташкенте базировались. Ташкентская группа поддерживалась экономически, а там уже боялись собирать деньги у населения, и население уже как-то отстыло. В Самарканде, Фергане, да. Да. Вот. Поэтому я ездил собирал собрание в Андижане под кассационным заявлением. Я ездил в Самарканд, тем более я в Самарканде учился. В Самарканде были мои родственники, многих там знал. То есть ездишь уже там, кого ты знаешь. Беловатые родственники. Ну, кроме того, у меня транспорт появился. Поэтому, и вот Османов, он как раз вот ферганская группа, да? Юра Османов, он 41-го года рождения, это уже о чем-то говорит. Теперь, когда подъем движения, в 65-м, этом он жил в Москве. Вначале учился, потом работал в Москве. И в 68-м году его из Москвы привезли, судили. Так что связи у него среди населения фактически не было до этого периода. Теперь, после того, как он отбыл наказание, он выехал в Сумгаит, работал в Сумгаите, потому что опять у него связи с населением не было. Только лишь когда он приехал в Фергану из Сумгаита, тогда вокруг него собирались небольшая инициативная группа. Так что, и вот когда его назначили здесь, у него не было кадров. Всеми кадрами интеллигенции мы работали. Ну, назначили это условно, ведь вы же говорите, что это как бы не было начальства, да, в движении, которое бы назначало. Это он как бы, ну, выдвинули, да, что называется, да? Нет, я имею в виду, назначили директором дирекции по... Это уже государство его назначило. Он очень большую роль выполнил после 88-м году. После того, как был вот этот выход на площадь, после того, как пошли большие средства на поддержание линии Мустафы... Ну, там, конечно, очень большую роль сыграл Аблязизов, врач. Фуад, да. Он, средства у него. Об этих средствах знает, значит, только лишь Фуад. Посредником был Али Хамзин, сколько он, не знаю. Ну и все это. Фуад взял Мустафу, сделал из него флаг. Как помнишь, Остап Бендер возил с собой Воробьянинова, как отец русской демократии. Так и Фуат. Мустафу уже не знали до 87-го года на стране. Его знали только лишь по радиоголосам, те, кто слушал, а кто не слушал. Ну, да, это определенная группа. Да. Среди населения он ни одно собрание, нигде ничего не проводил. С коммунистами он не хотел на одном гектаре сидеть. Так что, ну, тоже позиция, да. Да, там была позиция. А там же коммунисты были в национальном движении. Так что он был одиночка. Но вот 87-й год дал возможность и средства. Вот эти средства дали возможность всем бросить работу. После 87-го года вся группа, которая ОКНД называлась, они
никто не работал. Я разъезжаю по всей республике, у них появились машины, у них появились средства оргтехники, они с диктофонами начали выпускать газету. Это все немалые деньги. А Ришат Джемилев чувствовал, что там есть большие деньги, а от него скрывают. То есть, если бы ему сказали, какие суммы поступают, он бы, наверное, стал вмешиваться, что надо то, другое, третье. Что... Контроль над расходами, да. Да. Что нельзя на личные нужды это расходовать. Я же говорю, он был искренний в этом отношении. Да. Поэтому они его отстранили. И на этой почве у них пошли разногласия. Ну, а Османов в это время, вот вы говорите, да, он... Османов в 87 году, значит, только лишь диалог мог выправить положение. Когда мы отстранились, ну, я отстранился, начал заниматься бизнесом. А почему вы отстранились, кстати, почему вы ушли? Вы разочаровались именно, когда вот возникли вот эти НДКТ и ОКНД, да? То есть вы... НДКТ не было никакого НДКТ, появилась вот эта группа ФУАТа, и появились у них средства, и мы обязаны были работать, у нас мы не могли год работать. Так что возможности среди населения работать, это у нас уже совершенно были разные возможности. Потом молодежь, появилась кругом молодежь. Молодежь очень горячая. То есть новое поколение пришло в движение, которое уже вы не... Они революционеры, хотят все и сразу, и так далее. Но положение спас Юра Османов. Он опять, вот эта небольшая группа его, кого он знал, цыганских, они начали диалог с депутатами Верховного Совета и смягчили обстановку. То есть они не пошли на демонстрации, они не пошли на конфронтацию, они не пошли на сговор с ЦРУ и так далее. И это дало возможность опереться на эту группу. Поэтому Юрий тогда сыграл очень большую роль и необходимую роль, выправил вот это положение. И его назначили директором дирекции. Но когда назначили директором дирекции... Комитета, него, да, там по... Да, комитета, да. Но у него не оказалось связи с... А у нас и тогда были и министры, были управляющие трестами, были начальники управления. Кадров было достаточно. Никого из этих кадров он привлечь не мог, он их не знал. Вот это первое. Второе. Ему нельзя... Тогда еще совет существовал компартии. Надо было ставить только вопрос один. Необходимо кооптировать систему, партийную систему, наши кадры. Тогда был Мубарек, там были секретари райкомов. Мубарекский район, да, для... Бахаристанский, Мубарекский. Их надо было срочно перевозить в Крым, кооптировать в районы, в областные партийные структуры. То есть только лишь таким образом можно было переходить. А тут украинцы подсуетились, создали меджлис, это полностью инициатива украинского государства. И меджлис отказался от... Вопрос остался какой? Прийти к власти, создать, возродить Крымскую АССР. То есть было две стратегии, да, одну, которую представлял меджлис созданный, и другую, как бы, группа Османова, да. Но в итоге... Ни то, ни другое не получилось. Ну, получилось все-таки вот сейчас уже по прошествии многих лет, получается, вот, что вот основатели движения категорически выступали против придания жестких организационных форм движению, против института лидерства, вождизма. Но в итоге-то правда оказалась за меджлисом, потому что именно вот вождистского такого толка организация, она как бы осталась, да, и она сохранила себя и стала фактически монополистом, монопольно представлять интересы народа перед властями. То есть
оказался прав Джибирев, получается, или вы не согласны? Экономически национальное движение было народным. Народ содержал. А Меджлис содержался на иностранные деньги. У нас татары говорят, по-разному вергены дудугу чалмыр. Кто платит, тот заказывает музыку. Меджлис полностью находился на финансировании зарубежном. Поэтому... Нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать. Это они выполняли то, что, за что платили. Ни одного рубля народ на содержание Меджлиса не внес. Наоборот, председатели районных Меджлисов, это они получали зарплату от центрального Меджлиса. Так что все это находилось... Ну, получается, еще как бы точку в этом споре, то есть очень сильно на это все повлиял, конечно, гибель Османова, и до сих пор непонятно, кто к этому причастен, да, то есть это как бы... Без средств, без любой организации не может существовать без средств. А у них средств не было у Османова, да, просто, да? Вот, у Османова средств не было, это раз, чтобы расширить свои позиции. Но когда они получили уже инструмент государственный, они же на зарплату перешли. Но тут Украина была против восстановления Крымской ССР, и Украина начала работать полностью на Меджлис. Исторический момент, вот где-то начало 90-х годов. Им предоставляли СМИ в их... Ну, это логично, это, в принципе, любой власти удобно работать с конкретными какими-то людьми, да, не с большим народным движением, не с большой группой, а с конкретным человеком, с которым можно договориться, или с группой людей. Это, в принципе, с точки зрения, можно понять, да, позицию. Главное, чтобы не решать основной вопрос, не дать власть. За 23 года Меджлис ничего ведь не добился, ни реабилитации не добился. Ни восстановления топонимики не добился, ни восстановления Крымской АССР в том виде, в каком она была. И только сейчас приняли закон о том, что крымские татары имеют право на государство. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Да, но тут уже, да. И я заканчиваю, да, у нас уже, да, огромный... Я еще два слова скажу. Значит... 12 февраля 1991 года Кучма принял закон о создании Крымской АССР, где крымских татар лишил статуса нации. И пока они не отменят этот закон или хотя бы его не переформатируют, крымские татары так и являются диаспорой в Крыму. Не то Татарстана, не то Турции. Крымские татары кругом выброшены. Потому что крымские татары не признаны как нация. Ну, будем надеяться, что этот вопрос будет решаться. Вот еще все-таки хотелось бы закончить на позитивной ноте. Когда распался Советский Союз, некоторые участники правозащитного движения разочаровались в своей прошлой деятельности. Я не спрашиваю вас, разочаровались ли вы, уверен, что нет. Но скажите, пожалуйста, какой урок вот нам, людям, живущим в 21 веке, может дать история национального движения крымских татар? Буквально вот коротко, такие основные тезисы, вот основные уроки этого движения для людей, живущих в 21 веке? Я считаю, что любая революция, она откатывает процесс, эволюционный процесс развития общества назад. Революция – это плохо. Угу. Да. Необходимо стремиться к эволюционному развитию общества. Эволюционному, да. Угу. А национальное движение доказывает то, что нельзя ни один народ, сколько ты ни строй ему решеток в дальнем заточении, он все равно вернется в край родной сквозь тысячу мучений. Да, народ не победить, да, если он един. Да. Спасибо большое, Руслан Ага, за интересную беседу. Надеюсь, что она не последняя. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Спасибо.